Привет, мои сладкие пирожки, грядки. Сегодня с вами снова я, теперь Надя. Сегодня у нас большой заказ в My Shop. Как вы помните, я делала последний раз его зимой. И вот, наконец-таки, теперь сделала еще один такой заказ. Глобальный. Причем некоторые предметы будут уже на тематику зимы. Первое, с чего хочу начать, это со всяких камушков. Взяла вот такие вот бусинки маленькие специально, потому что такие маленькие вот редко где найдешь. От Астры. Здесь у нас не написано, сколько там штучек находится. Но вот такие вот они. Хорошие, маленькие, персиковые. Далее были вот такие вот красивые тоже жемчужинки вместе со стразами. Тут вот это вот идет жемчуг, стразы, опять жемчуг, стразы и так далее. Все под цвет. Вот эти вот у нас такие более мятные. Это более голубые. Коричневые, золотые, да. Белые, серебряные, такие перламутровые даже. Это у нас серые и темно-серые. Тоже очень интересно. Градиентом таким. Зимняя прогулка называется от фирмы Рукоделие. 120 штук. Все цены я буду писать где-нибудь здесь. Ну, очень хорошие такие у нас штучки. Давно такие я искала. Мне кажется, очень бюджетная цена у них. А это у нас кабушоны. Я подобные брала, только там было больше, кажется. Здесь у нас 12 штук, а там я брала, наверное, ну больше точно было. Цвета немножко другие. А эти поменьше. Ну, тоже очень красивые. Посмотрите, как они переливаются. Здесь такой темно-темно-сине-зеленый, голубой такой и белый. И даже не знаю, как вот этот назвать цвет, потому что здесь у нас все цвета в одном. Тоже очень красиво смотрится. Снежные узоры называются, камушки клеевые. Тоже от фирмы Рукоделия. Следующее, что я брала, это вот такой вот набор вырубных бабочек. Называется «Романтика» у нас тема. 150 бабочек здесь. Самые разные. Одна сторона вот такая розовая с цветами. Другая сторона абсолютно разная. Но иногда перекликается дизайн. Там и разные надписи, и просто какие-то штампы. Называется «Бумажный конфетти». Тоже «Мир рукоделия». Я думаю, что у них много подобного. Но я нашла вот только вот такие вот бабочки. Было бы хорошо, если бы еще были цветы какие-нибудь. Ну вот, можете посмотреть. Они позади вот такие. Такие и такие. Разные. Думаю, в создании тегов и разных фолдеров просто идеально будет. Далее у нас идет вот такой набор мини-бумаги, рождественские истории. Здесь у нас 6 дизайнов по 3 листа, также 6 листов с эффектом блесток. Вот они, можно их сразу видеть. И 12 листов без эффекта блесток. Все та же фирма «Мир рукоделия». Сейчас откроем и посмотрим, какие они у нас внутри. В этом году уже хочу заранее начать готовить к Рождеству разные фолдеры, открыточки для своих собеседников, поэтому закупилась заранее. Такие вот половинки у нас здесь красивые, посмотрите, как переливаются. Здесь у нас 3 одинаковых дизайна. Также вот такие вот есть олени, тоже 3 одинаковых. Вот такие вот. Тут можно писать поздравления. Тоже очень красиво. Всем хватит точно. Вот такие вот. Вот тоже очень красивые. Тоже проливаются. Вот такие у нас есть. Да, очень красиво. Прямо не могу. И вот такие. Тут их, видите, по 3 вида и по одному с блестками. Там было много подобных наборов, но я взяла именно в таком вот классическом красном оттенке, потому что это все-таки цвет Рождества. И
Наверное, я закажу, если получится, еще один набор, только уже в других оттенках. Там был, по-моему, чисто зеленый. Тоже будет интересно посмотреть, какие там дизайны. Но такая вещь очень полезная, потому что, сами видите, здесь отличные заготовки как для альбомов, так и для фолдеров и для открыток. Просто идеально. За такую цену это, мне кажется, очень даже приемлемо. Третье, что я хочу показать, это вот таких вот три набора тегов, которые я с трудом выбрала, потому что там было огромное количество разных дизайнов, и я остановилась вот на этих трех. Это у нас снежные узоры. Первый идет все от одной фирмы, как я понимаю. Да, мир рукоделия. Такие вот здесь есть просто как билетики, есть как стандартные теги. И есть довольно-таки большие. У нас здесь три формы, 12 дизайнов и каждого по 4 штуки. Сейчас посмотрим. Вот у нас такие вот большие есть. Это все у нас зимние теги. Посмотрите, какие они огромные. Позади они белые. Вот, уже продраколенные заранее. Вот этот вот самый красивый. С олененком. Такие вот очень красивые 4. Далее у нас вот таких вот 4. Посмотрите, какая красота. Смотрите. И вот такой вот очень красивый. Далее у нас вот таких вот 4 билетика. Хрустальные льдинки, уютные вечера и на каток. Так что вот такие вот очень красивый набор. Далее вот такой набор, он называется «Нежность». Здесь тоже 12 штук, 4 дизайна и по 3 формы. Да. Этот набор у нас называется «Ностальгия». Теперь я покажу вам ножницы, которые я наконец-таки нашла, именно те узоры, которые я давно искала. Как вы видите, только я перепутала немножко коробки. Так, у нас есть вот такой узор, это, кажется, кружево. Нет, вот это кружево называется. А вот это я не помню, как называется такой дизайн, но он тоже очень интересный. Сейчас я вам покажу их на деле. Вы знаете, я вот смотрю и ищу дизайн вот этот, да? Мне кажется, это либо колониальный узор я взяла, либо викторианский, но ни на тот не похож. Здесь написано Bubbles. Странно. Но я заказывала кружево. Серьезно. И здесь на коробке нарисовано кружево. Вот оно. Короче, я что-то, наверное, не понимаю. Ну ладно, это не так уж важно. Тут тоже красивый узор. Сейчас покажу. Вот.
Смотрите, как они красиво режут. Даже не знаю, на чем показать. В общем, вот он, фигурный край. И второй фигурный край, да? Он с двух сторон получается разный. Очень красиво. И они очень легкие в работе. То есть легко нажимаются. Проблем с ними нету. Вот такие вот ножнички. И вторые ножницы. На них написано Bell. Так, сейчас я покажу вам, как они. Вот они, кстати, более тугие. Но тоже легко нажимаются довольно-таки. Да. Так что вот такой вот край получается у нас. И обратная сторона такая вот тоже красивая. Следующая такая новогодняя покупка — это вот такие вот силиконовые штампы на тематику Рождества. Тоже очень красивые, просто безумно, безумно, безумно красивые. Не знаю, мне вот эти очень сильно нравятся, и именно из-за них я купила. Ну, также, конечно, из-за этой надписи, но все равно очень красивые, можно будет использовать всю зиму, потому что здесь снежинка есть, колокольчики, еще такой снежный шар и снеговички. Не только на новогодние письма и рождественские, но и просто зимние, потому что здесь разные узоры. Далее я выбрала из, по-моему, 5 дизайнов пока вот такие вот 2. Это у нас 3D такие стикеры. Взяла их для тегов и для фолдеров на разные тематики. Это у нас, по-моему, тематика «Радостные моменты». А это у нас, кажется, «Билет в прошлое», да. Такие вот винтажные. Очень красивые. Бабочка здесь такая красивая. И машинка. Здесь даже вот проволока есть. Красиво сделана. Очень красиво. И, наконец-таки, я взяла 4 разных набора открыток. 2 набора советских и 2 набора тематических. Такие вот самые красивые птицы называются. Рыбы. С Новым годом и с днем рождения. Thank you.
последнее, самое дорогое, что было в заказе, это первый раз я, наверное, решила пошиковать и разрешить себе такой подарок. Это вот такая вот бумага, paper pack. Совершенно ремесло. И здесь у нас 24 листа, плюс 3 листа с тегами и разными вырубками. Я взяла, кажется, называется этот дизайн черное кружево или черное золото, что-то такое. Здесь все на английском, на русском ничего нету. Это 30,5 на 30,5 размер. Такой большой, толстый альбом. Разные-разные дизайны, которые вы можете видеть вот здесь внизу из представленных. И подобный набор я когда-то брала в Хельсинки, который стоил, по-моему, 12 евро за такой вот альбом. А здесь у меня, по-моему, обошелся 341 рубль. Ну, можете посмотреть, я внизу здесь напишу. Вот, но все равно намного дешевле, чем покупать в Европе. Что вот такие вот дела. Потрясающая бумага, на самом деле. Я безумно довольна качеством. И я считаю, что я очень мало отдала за нее. Потому что такая бумага стоит обычно 500, 600, 1000 и так далее. Тем более такой большой набор. И здесь большое количество листов. Плюс по два дизайна. Это очень круто. Причем здесь вырубка обалденная. Она очень легко отходит. Здесь есть и теги, и алфавит, что очень удобно для открыток, для писем. И даже бабочки есть. Как вы знаете, я очень люблю бабочек. Вот здесь есть бабочки. Вот оттенки, которые представлены в этом наборе. Черный, золотой, серый, серебряный. И белый еще, конечно же. Так что вот так вот. Все ссылки оставлю внизу. Заказом очень довольна. Просто безумно рада. Обязательно по возможности закажу еще вот такой вот альбом, только уже немножко другого дизайна. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.